Я думаю, я справился. Сколько там их всего? 8? Вообще-то их 10. 10. А, 6. Еще кого-то одного. Где ошибился? А, лысенько. Да, блядь, штанга. Спряжа. 08, блядь. 9-2, блядь, 25-16. Ой, слушай, хоть один на этом на экране. Все. Ну что, Максим? Все, Макс, я вам записал, блядь, все. Давай, Макс, приезжай к тебе. Ну, звони в любом случае. Здрасте. Я позвоню тебе. Дождись меня, не вылетай. Хуёво, блядь. Чё? Я тебе не напитки разливать. Тут чуть повыше движение. Хотя пушки не хуй, блядь. Да, блядь, мы уже горим 3-1. Да подвигайте спас, покатайте уже в защите, не знаю, центр там, блядь. А все уже никто даже не может. А то у нас вся игра просто, знаешь, врата вперед. Мяч не взяли. Рус, возьми шмотки, Рус. Возьми накидки. Накидки. Накидки забери. Ты заработаешь? Да. Да? До скольки тебе? Смотри, я завтра, мне надо в универ заехать к 10 на 5 минут, закинуть бумажку, что я экзамен взял. Угу. В Лесбус. И я сразу туда поеду. Ну сколько ехать тебе? Тебе к 11 на работу? Мне вообще 12 надо, но я поеду да раньше, потому что Макс, я... Мне так 11 надо. Макс, дай накидки, пожалуйста. И проверь, там я записал, все отлично. Все, весь пакет? Да. Чего там за тренинг был? Да, эйси, управленчество. Ты был хоть на одном? Да, я был на вылете в пустыне. Ты не ходил на вылете в пустыне? Я все третий прошел первый. Сейчас просто новые эти тренинги для следующего руководителя. Да ну, в вылете в пустыне такая вода была. Такая вода водой. Слишком долго как-то, информации мало. Мы к 11 успеем или мне лучше самому поехать? Вообще должны успеть к 11, можем опоздать. Нет, не могу обещать. Да, не вариант. Да. Уже смотри, я приеду в универ где-то 9:45, да, к открытию деканата. Угу. Забегу первым, скину бумажку просто, что я экзамен сдал. Сразу поеду в этот. Там все зависит от того, сколько до западного скоростного диаметра будет ехать, как по пробкам. В принципе, там факт, ну, быстро. Но тоже. Ну, ты думал, ты через Московский поедешь? Ну, либо через Московский, как повезет. Просто видишь, что Московский будет умирать совсем. В ту сторону умирает с утра? Я просто не в курсе. То лучше на... Я на платку лучше заеду. А где там заезд на него? А где этот? Около порта там. Ну, недалеко от Лязбурга. На Нарвской, что ли, там? На обводном канале там сразу, где Старый Петерговский проспект. Ну да, на Нарвской. Бля, даже не знаю, стоит рискать, не стоит. Слышишь, непонятно, сколько ты там времени в универе проведешь. Видишь, зависит от того, как я сразу. Если 10 она откроется, я закину деканат, то все, я там 10-10, я уже буду я. Не могу обещать, что можно позвонить. Забирай! Делай сам, делай! Просто прошел.
Очень просто, да? Видел? Ты не видел? Что, забили? Да. Я просто. Ворочек кинул рукой. Он просто протащил. А что это за команда? Двое Халим. А, это наши следующие соперники, да? Да, желтый следующий, а белый, с которым в прошлом туре играли. Входная сегодня вообще? Или... Входная? Бля, я заебался уже работать. Живу, по-моему, уже. И как ты еще согласился туда переехать, я вообще не представляю. Чё? Как ты, говоришь, согласился туда? Да как-то так получилось. А что, тебя обратно не брали или ты сам не хотел? Чего? Обратно не брали или ты сам не хотел? Да, на коменду? Да. Мне уже предлагали вам. А что? А ну, хотя, наверное, там, блин, вам по чаю, да, намного больше? Там бабла больше намного выходит. Там мне за бенз скидывают часть. Там директор адекватный. Катя мне опять будет мозг поносить. По-страшному. Эти были старше уже, допустим. Старше бармен? Блин, ты же с этим, ты же работал с этим, как его? С Трончуковым. Кем? С Андреем Трончуковым. Трончуков. Старшим сменой был на Пушкине. Такой пухленький. Лысеющий, вечно потеющий. Который у вас теперь? Да. Да, да, да. И как он у вас? Ну, блядь, так. Просто бесил всех, по-моему. Как мне сказали, его слили просто к нам. Он вас тоже бесит? Просто к нам он пришел на этого, блядь, на локального. А что к нему? Ну нет, он вообще как бы не тянет, все охуевают, как вообще здесь оказался. Ну он, бля, пиздец, наверное, такой. Ну какой-то, блядь, не очень адекватен, по-моему. Мы с ним срались пару раз. А вы-то каким образом? У нас этот закончился маретка, да, на баре? И нам она придет только на следующий день, да, вот, ну мне похуй, у меня ее нет, мне не страшно. А им тирамису? Нам тирамису нужно, блядь, ничего. Ну, блядь, иди в магазин покупай. Да ладно. Иди в магазин, сам покупай, если тебе надо тирамису делать. Ну, то есть, знаешь, не так, блядь, типа, может, сходишь там, типа, ну, с ваших сходит, купит, да. Иди покупай. Не, мы сейчас не там на кухне тоже, блядь, такое устраиваем. А кто у вас эти старшие смены теперь? Анашкевич, Всего один остался у нас. Из
Маяковский на основе, да? Да, его перевели. Ну и вот это тоже на локальную. Ну, точнее, на сушев пока. А, ты сейчас кто, офицер все еще? Нет. Кто? Я тут на днях сдал на... Делай, блядь! Старшая смена? Ну нет, сейчас сдал, короче, на мастера, на фоном. Пойду на горячку и вот на эти тренинги, ну, короче, набирать сейчас этот следующий набор руководителей, там старших смен, менеджеры все есть. И вот надеюсь, где-нибудь, может, начали следующего года. Сейчас еще московский открывает. Слушай, снимай ресторан, слушай. Да, да, да. Блядь, если за это сейчас будет один нагрузка, плюс один бармен, это жестко. Три человека, смена просто. Ну, ладно, должно быть это в кайф, не? Ага, в кайф. На вдвоем, но бывает, будет день нехуй делать, знаешь, а втроем это... Ну, понимаешь, будет много лет, потому что мы ничего втроем не делаем. Ну, да, значит, тоже народ на кухне до хрена. А я знаю, чем заняться, я тебе буду так, что купить, придумай, собственно, хоть администрацию, которая будет заниматься. Кто? Они, по-моему, с Русом уехали. В этот, на Бакунина. А? Слушай, ну я вам позвоню, когда закончу. Ну, в принципе, у меня... А? А, ну можно так. Мне как бы вечер свободен, так что можно. Ну, видишь, короче, у белых. Вот в центре поля такой маленький 0,8. Вот видишь, да. Сейчас спиной стоит. Лёни, который сейчас шеф у нас. Да, ну, знаешь его. Они вместе работают. Очень плохо. А мы желтых вообще должны быть на следующей выходной? Слушай, ну они сейчас так усилились. Они прошли в этом году пришли там в чемпионат, и они были такие, знаешь, видно было по ним, что ребята, ну вот, другого формата, знаешь, типа 8 на 8, они частенько как бы чисто вот по строению их терялись, поле теряли. То есть они там летели тоже прилично в первом круге. Сейчас во втором круге взяли ребят, вот играющих. И вот, в принципе, более-менее. А что у вас, какая там получается? У вас есть просто бармен, старший бармен, куда? Все? Возможно. Тьма. У вас дальше никакого развития нету? Может на менеджера, а может куда-нибудь за уже бар-менеджером. Может, делай маму, делай! Проверь, не тяни! Проверь! Деньгам разница большая? Бармен и старший бармен. 4 рубля. 4, да? Видишь, что еще Пушкин был? У нас премия до сих пор идет. Ну, вы были делать. Вы делать. Миллион. Мы на всю неделю. Вот у нас минимальная за неделю выручка 170 тысяч, да, в день. А план, который мы должны выполнять, 180. То есть мы даже в будние дни почти выполняем норму. А за воскресенье, знаешь, какой-нибудь? Вот мы в пятницу, субботу, воскресенье, мы 1,5 миллиона, наверное, сделаем за 3 дня. Просто уже. И все. А там в Пушкине больше ходить не пришло? Челентано только, если болеть. Да, так. Все у нас. У нас же Новый год еще будет, я вот этого вообще не знаю. Да, я так рад, что ли. Там, короче, мы какое-то время лидировали. Потому что... Да на самом деле надо и на комедии было проводить, потому что... Я тоже не представляю, как на Пушкине ему, там вообще места же нету. Там, блядь, 20, сука, столов. Знаете, где раздевалка? А, смотря где, если вот верхние две есть, где кто переодевается, а есть вон там... Там выйдешь, как зашел на стадион, и дверца уйдет такая... В дом. А, то есть выходить за, ну, за пределы, за эту. Ну да, вот, да? В калитку выйдешь, как зашел сюда, и налево сразу в этот дом. Спасибо.
тоже удивился, как еще в Пушкин можно, блядь, запихнуть вообще все. Я просто, блядь, понимаю, что я там должен быть, потому что я старший бармен, и я по-любому там должен буду быть, скорее всего. А я не хочу, я, не, в принципе, не люблю Новый год, ну, то есть мне все равно, знаешь, праздновать, где его там. Я просто не хочу работать в этом. Я вообще не хочу, чтобы у нас был Новый год, это такие потом проблемы с инвентаризацией, с какой-то хуйней, знаешь, что там. Не, я удивился, что это как бы было не в приказном, честно говоря, даже. Ну, то есть в прошлом году там озерки, они это делали, другой, я думал, в этом году мы были. На самом деле, тоже вот должны... Ну, просто ресторан большой. Либо народу озерки можно... должны начать, там да. Два этажа, да? Либо Пушкин, Пушкин, Коменда. Коменда, во-первых, стоит в отдельном доме, да? Можно на улице какой-нибудь пушняк устроить, в принципе, да, если что там, перед. Мы в жилом доме находимся, у нас там особо не по это... Новый год. Не, может быть, они, знаешь, с другой стороны, потому что я слышал, что в прошлом году в зерках, ну там не так гладко все прошло. Может, они решили, что будет, если у вас будет. Мы купили много, билетов. У нас будет полная посадка. Для кого? Видишь, вы привыкли к тому, для вас это не будет что-то таким необычным. Слушай, ты знаешь, это будет наша чуть более жесткая суббота. Особенно если будут, допустим, все предзаказы, то есть будет известно, какие напитки, ну, куда ну, поставить. Все, у вас. Я вот так все настрочу, все по столам расставим, и мы будем стоять просто, я не знаю, там. Путин речь скажет, Дим, споем, и будем танцевать на баре стоять. Наверное. Так и будем. Да. Видишь, для вас это не будет чем-то таким необычным. Для нас, в принципе, у нас уже было там пару концертов, да? Я просто в полной посадке, я привык уже вообще сильно. Ну, видишь. Мы вчера, ну, вчера мы как бы ежесубботно, ежевоскресенье, мы выгоняем людей. Уже просто они заходят, говорят, мест нет, мест нет. Это, ну, хорошо, если, знаешь, у нас банкетка, нет банкетов, допустим. А как вчера? Вчера банкеты в банкетке. Три банкета, да, село? Хорошо, не под закрытие никто не взял. То есть у нас три банкета там разместилось, вся посадка есть, в принципе, в зале. Когда банкет под закрытие, считай минус, знаешь, стал в 6-7 просто сразу. А к 3, к 4 у нас посадка села, сядет полная, все, и можно уже взять. Какой ты вперед номер ушел? 10 или 18? Это вообще 16. А у тебя все эти заявки, что ли? Да. Человек оркестрами. Будет у них теоретичный. Ну, пока слава. Надо чем-то заниматься. Макс, возьми ключи. Да дай любей, дай любей. Это любей. Для следующей был команды. Угу. Дай любей, дай любей. Сюда что? Перед тобой двое на один. Погоняй. Бля, я, конечно, забил, наверное, отсюда, наверное, вообще смотрелась, да, такая вообще? Я тебе, по-моему, скину твой гол. Да просто плевок такой был. Шляпа, что принял в штрафной, так просто туда, да, от отчаяния. Ну, было как бы ворочки, я думаю, что он, блин. Ну, он бы достал. Конечно. А это, я не понял, почему он даже не побежал за ним. Он, ну, блин, плевой был, он даже вообще ворот терял. Он что-то остановился такой, и все, я думаю, ладно, забил. Че, какой ты говоришь номер? Че? Какой номер? Вышел. Сейчас он повернется. Нет, нет! По-моему, не здесь. Ну, на Олимп выиграет. Братан, где? Какая там? Вот это. Где братан? Ты что, не можешь там прыгнуть сейчас? Нет. Я так, может, посмотрю. Что штуку платить? Да ладно! А, тут удоб. 16, по-моему, сейчас. За сколько игр? 15 или 19, вообще не понятно. Это же формат неизвестно, что ли? Ну, я как бы не знаю. Ну, неизвестно. Там... Не на Xbox. Не на Xbox. Что, есть какая-то разница?
Я просто не знаю, я на PlayStation не играл. А есть какая-то разница? Там кнопка, там оп, хер знает. Грузи вчера в каком турнире играл. Да, Костя уже рассказал. А, сейчас так тепло. Да, еще раз погода. Сережа играет? Кто? Кто? Сережа. Какой? А, Резник? Да. Что, у них тоже составом какая-то беда, да? Кто? Ну, я здесь не вижу. Заходим. Ну и какой-то номер в итоге? 16, 18? А это левая команда, да? Ну, у тебя в протоколе. 19. Он только что на замену вышел просто. Я не успел записать номер. Ну, что, на замену только что вышел? Вижу, какой номер? 10, 18, 16. На 10. Это, блядь, мультяшные номера у них. Реха, конечно, это вообще. А что ты там объяснял, Юр? Стояли в этой полукруге. Игроки раньше бежали. Даже когда не полный. Артём, блядь, конечно, исполнил там, блядь. Пугало. Тренер? Пугало. Ну, не знаю, нет. Снаряд тут все прижат. Я не видел сейчас. Я стоял против солнца, и черный с фиолетовым на солнце вообще сливаются. Макс, же еще у нас во сколько игра? 10-30, по-моему. Ну, не первая точно, да, там вторая или третья. Либо 10-30, либо 12. 10-30 это нормально. Либо 12. У меня план на работу. В два? Че это за смена? Че за... Почему два? Я сам все подряд поставил. Я же график делал. А, ты еще графиком занимаешься? Yes, точно. Моя. Я думал, что ты умеете менеджер занимается. Макс, а есть пакет еще? Достаньте сюда. Я думал, менеджером занимается. Я просто смотрю, им там получилось так, что я в пятницу работаю с 12 до 2. Суббота с часу до двух свели на час. И воскресенье ставлю с двух до нулей, потому что это будет, знаешь, три дня просто дикого ада в Пушкине. Доверю. Я на третий день просто буду там валиться. Я четыре дня как-то отработал так подряд. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Я не подох там. Реально второй гол можешь посмотреть? Ну, в перерыве можно посмотреть. Там мне в спину попал мяч. Да. Когда? Второй гол, который... Второй гол он забил. А, удар. Слушай... Забил удар, там не менял направление. Он мне по спине повлиял. Ну, ты как бы не повлиял, я даже не видел, что... Не, Сань, не получится, слышишь? Я... Ну, не ставил, короче, отметки. Придется очень долго мотать, хуй знает, где он там. А. Во втором тайме. А? Во втором тайме. Бля, я потом, наверное, забыл. Да давай сейчас, чё ты тихо. Блин, слышь, ну нельзя в 9 играть, пиздец. Нам не собраться. 9 утра или 9 человек? 9 утра. 9 человек тоже. Блин, ну жесть вообще. Да кто, бля, в 9 собирает? Ну слушай, 9 человек для 9 утра, я считаю, что это еще... Просто смысл. Я вчера работал тоже до 2 ночи. Я в 4 утра домой приехал. Поступаешь, как-то бессмысленно получается, что приехать сразу. Да и не 9 было. Хотя Рус, такой Рус лучше, чем наша опорная, он хоть никуда не бегает. Хотя сегодня тоже все равно был оттаскивать. И побежал, блядь, куда-то. Я, говорит, еле бегаю. Смотри только, блядь, только куда-то. Куда-то лазит. Слушай, а что, Олимп добавил? Да, они усилились.
А они за ФС смогут обогнать? Я вообще давно не смотрел на таблицу. Если они сейчас выигрывают, ну, я думаю, да. Так они уже, смотри, у них они до этого Спартак обыграли. Они нас обыгрывали. Нас-то там это... Ну вот 9 очков. 9 очков у них уже есть. А если надо будет им грохнуть? Ну если понятно, не 9 человек. 9 еще вот этот... Надо хотя бы... Саунд-парк хоть раз в 9 утра играл? Нет, я подозреваю. Там 14 хотя бы человек. Да 11 не хватило, только не с Русланом. Нужна заменка все равно нужна. Ну конечно, он, блядь, я со Славой. В принципе, сегодня, если бы Аля, блядь, у нее самолет был бы не так поздно. Может, и не зацепить. Дети дагестанские парни. Не работали до 9. Походу, как я понял, наверное, с 9 до 9, наверное, смена. Просто я подозреваю, если в воскресенье так работает, значит, наверное, что-нибудь 2 через 2, не 3 через 2. Что-нибудь такое тема. Да что он штрафный-то поставил, не знаю. Я бы сам не за что он пендель поставил? За чучело, блядь, в исполнении Артема. Огородное. Ну какой, ну ты куда он их уберет, блядь, какой бред? Нас, не, он в принципе... Кто есть? Имел право какое-то поставить. Какое-то. Знаешь, что он сказал? Вот так надо убрать. Он пересмотрел, АПЛ, наверное, пересмотрел. Нет, он здесь прав, но он здесь прав, но мы играем в пифли, да, а не в АПЛ. Естественно, положение рука не специально это разбираешь. Если ты вот падаешь, да, ты на руку падаешь, тебе попадает в пенальти. Нету! В руку это не считается пенальти. Нет, сейчас, реально. Сейчас просто много где даже стоят правила, когда ты вот так руками закрываешь, это идет уже как по новым последним правилам, это идет как удар рукой, считается почему-то. Ну, а вот они как раз про это и говорили, что в естественном положении. Потому что вот ты руку не убираешь. В чемпионате города, ну, у нас хотя бы. Ну, чемпионат города это. Там постоянно говорят, что. Вот так руку поставишь при штрафном, ну все, я поставлю пенальти, если в тебя попадет мяч, ну когда в стенку стоишь. Не, ну это имеется в виду, ты играешь рукой, он ты не играл, вот. Ну то есть, да, ну я... В естественном положении. Это он тебе говорит, что ты вот стоишь в стенке и сразу изначально... На самом деле надо видео посмотреть просто. Я тебе говорю, вот они специально разбирали это, специально, что вот ты падаешь, да, вот ты на руку падаешь, если, когда, знаешь, когда вот там падает, ты на руку облакаешь, если у него попадает мяч, это не пенальти. А если ты в штрафной, ну, тут правильно. Надо просто пересмотреть, как было. Я просто момент сам не особо видел. Вот у нее руки вот здесь были. То есть там какая-то борьба, что ну куда он их уберет? Ну, блядь, реф хочет, знаешь, почувствовать себя... 9 на 10 играем, ёптвать. Ну куда ты ставишь, блядь, везде? Не, ладно бы, блядь, я понимаю, там... Вот как у них штрафной был. Мне сначала показалось, потом парни сказали, что там вот так вот. Так они сами не спорили. Это как, знаешь, это как... Потом сказали, да мы не спорим, не было. Мы по молодежному первенству когда играли, приехали, ну, в 11 человек приехали без замен, да? Против сильной команды, ну, мы уже горим что-то 1-0, там, 15 минута. У нас вратарь, получается, сбивает человека в штрафной, но, в принципе, не на красную. То есть он в сторону ходил, он реф показывает красную. Говорит, ну, блядь, ну, нахуя, нас 11 человек, вот. Че ты на 15 минут секунду вообще? Говорит, это для меня как чемпионат России. Че, у нас как-то, ну, один раз человек дал, реф дал штрафной за опасную игру головой. Там уже ниже груди опасная игра головой, но это никто не свистит, даже в центре поля. Он взял свистнул, у него человек спросил, а как мне играть-то там, что ли? Как-то там он что-то сказал, ну не матное, ничего, мы еще красный, пока просто стоим, офигеваем, там тренер. Тренер даже на него орать ничего не стал, говорит, ну это пиздец, говорит, штрафной, ну вот штрафной, знаешь, вот он, низко головой, говорит, на такой высоте, ниже груди, по идее, штрафной. Он взял, поставил на линии штрафной, там где-то, ну, мы там отстояли в 10-м, ну, блядь, такой, блядь, не, на город особенно там, по юношам, по взрослым-то лучше, а вот по юношам, я помню, там такие... Да, да, на стенку там судьи просто пиздец. Там со вчерашнего приезжают, блядь. И, кстати, реф-то в порядке, на самом деле, пенальти такой, блядь, банутый после проживания. Еще не сразу, сука, назначил, блядь, подумал. Боковые, конечно, вот у того бокового вообще у него линия офсайда, она, короче, дугообразная. Он такой смотрит, реально, я смотрю, на защитник стоит метарий. Так вот, он не успевает добегать, да. Получается, они здесь, и вот дуга такая. Да, нет, раз пять, он такой смотрит, а, лучше подниму. Нет, слушай, ну пару он там заметил капитально, здорово. Я уж так не уверен смотрел. Смотрю, он, блядь, вроде ближе ко мне. Ну, я как бы, ну, тоже стоял пока под защитником. Линию смотришь вроде, а потом понимаешь, что линию опасно так тоже держать. Это не факт, что ты линию видишь, когда в поле. Все равно ему лучше видно. Ну, если он на линии стоит, естественно. Не, что он плохо линию тоже может увидеть, там буквально полметра он может даже не заметить. Отец такой, ты, я не знаю, ты был когда в поле судил?
Макс должен знать. Ну, что, здорово, отец, я, по-моему, да. С ним в открытой лиге играл года полтора назад, он судил нас. Здорово, вот тот боковой. Да, 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 вот тот, в поле. Это же пиздец вообще, он вообще там ничего не видит. Ну, прекрасен. Да, там если какая-то жесть пойдет, он не погасит ее никогда, там до драки дойдет. Я помню, они друг против друга как-то сошлись. А его радовался, бегал. Бат. Да, да, да. Они даже вон они бегают. Макс, а Иван что, все? Слушай, я не знаю, честно. Знаешь? Лучше у Руса уже. Руслан парня, сплавил нашего единственного латераля. Что-то из детства, да, такое? Не-не-не, я к тому, что, в принципе, такая формация. А, это маленький у них играет. Слушай, а что, Стрига за них все не играет? Ну, пару раз он приезжал. Мне кажется, Любей как-то состав слегка... Ой-ой-ой! Сереженька. Там, по-моему, проще было не попасть. Слушай, а у Веги состав поменялся в прошлом году, мне кажется? Нет, я же знаю. Человек 5 новых, нет? Как-то нет. В прошлом году вроде чуть другие. Макс, а еще два матча, что ли? Еще два? Нет, сегодня еще два матча. Четыре сегодня? Ну, вот этот еще два. Да. Что-то же пожалел? Что-то Вега впечатление не произвело, а Спартак больше впечатления произвел. Ну, нет, в плане командной игры, да, Спартак получше. Спартак, кстати, как мне кажется, постоянно свои места занимает. У них игра-то есть. Тем более Булгаков. Ну, как и в принципе этот. Нет, а, ты про этот? Я тоже, а я про этот. Ну да, да. Нет, сейчас у них игры не особо. Но они пытаются. ЦСКА, сука, отскакивает. Капитально просто, блядь. Они, блядь, по-моему, они хуже стали играть. Блядь, отскакивают, суки. Вот с Зенитом не отскочили, блядь. Блять, со Спортингом, со Спартой, блять, ну просто так отскакивают, это же ёбнуться. Они же вот ничего не могут, когда команда повела в счете, блять, а здесь прям... Ну ладно, поеду. А? Поеду, бабло снимать. Вчера, блять, ставил, все на последних секундах снимал деньги, блять, пиздец. За 3 секунды до конца, блять. На откидной, знаешь, ставки просто так 100 рублей поставил, но ничего. Все нормально, остальное просрал, блять. В этот раз за 3 секунды до конца, раз ничья, 600 рублей, 100 рублей поставил, ну все, живем дальше, играем. Лудоманы. Ты тоже лудоманишь? А? Ты тоже лудоманишь? Всех заразили. Блин, а что, вчера весь футбол, что ли, прошел? Вчера, блядь, Англия, что ли, играл или что? Я все пропустил на работе. Да, вчера много чего было. Да, вон вчера все сыграли. Кто только можно. А Зенит тоже вчера что ли взял? Да. 2-2 спутки. Вы вчера собирались? Собирались вчера? Нет. Я вчера на день рождения. Подбухивал тут? Нет, подбухивал сходить с восхода. Что? Поверялся? Да, чуваку не повезло. Ну, слышь, Макс, этот корреспондент рассказывал. Что-то он с рукой сделал. Плохо сказал. Можно. Под нижний второй. Спасибо.
Как рус. Что, в ботинках? Что? Я. Да, фуха. Лавикова потом на замену будет писать. Ну закинь за шиворот. Лаврика, ты рассказывал про этот мир? Что он на сцене выиграл сегодня? Нет, он был скромен сегодня. Да? Он сказал, что всю неделю мечтал. Да мне кажется, мы прием, они уже, блядь, в обувь слетят. Если они даже раньше не закончат. Ты парни цвета ставят, сейчас смотри, зеленый, блядь, оранжевый. Так, а что зенит-то? А что зенит? Что? А что зенит? Ну, помимо счета. Ты не смотрел? Да я на работе был. 12. Да ну хрен знает он. Вроде бы моменты были. Ладно все. Что, заливает сезон, да? Я вот не понимаю, что больше дальше. Не знаю, не устойка на растяжку большая. Если уже знаю точно, что он будет ходить, зачем? В смысле? Люди чемпионы все равно ничего не добьются. К тому же Симаку будет. Да и нужно Симака оставить. Оставят и оставят, но главное, кто сейчас не знает. Ну, и так-то понятно, но я про это и говорю. Ну, а так, сколько там уже? 10 очков, да, разница? Ну, сейчас, наверное, ЦСКА выиграл же, да? Наверное. Ну, сегодня Спартак слабо играет, я думаю, Спартак выиграет. Думаешь? Я знаю, почему Спартак остается. За сколько они? Там что-то два... Давай, два и а на Лока 2 и 8. Только на них хочешь ли пресс? Слушай, я в основном сейчас Динара ставлю. А если пресс, ну, то максимум 2 игры покажут. Максимум 3, но обычно 2. А кэфы какие? А? А кэфы какие? Чего? Кэфы какие, говорю, берешь обычно? Ну, маленькие там, не знаю, там, ну, по 2, по, знаешь, там, по 1-2 я насобирал. Просто я понял, что как бы если нормально там поднимать, то лучше Адинару ставить. Сейчас на это лучше на МФЛ ставить. Вчера не понимаю, да, но заходит. Зато я на эту контору загрузил, как изначально загрузил деньги. Все, больше ни разу не грузил. Все, какое время в плюсе. Ну вот, один из год. Ты вводил что-то? Пока нет. Ну а что мы там, побольше хочу. Сколько ты закидал? Закинул 300, по-моему, вообще изначально. А ты не из тех, кто заливается? А? Ты не из тех, кто заливается? Не, я так, это, знаешь, это разминка для мозгов, короче, так чисто. For fun. Что не понимаю, ты доза ставит там. По штуке. Потому что, наверное, он не в плюсе, нихуя, мне кажется. Заливает просто. Не знаю. Не, кого-то знает, конечно. Не, наверное, с учетом того чемпионата мира, наверное, он там, может, долгами рассчитался. Сложно сказать. Еще одного сломали. Что мы пускаем моменты, как говорим.
через что? Сайт, наверное, такой немножко. Ну, я не знаю, это, наверное, так чисто, короче, PPR, ход. Всякие эти комментаторы делают ставки, ну, типа, расписывают. Кто играет и так далее. Там, короче, статья была про Бундеслигу вторую. И, ну, написали там 4 команды, которые, типа, в матчах, ну, в которых можно брать 3-5 голевых матчей. Типа Лейпциг? Да, и... Не, не Лейпциг, но... Три команды. Сегодня я хочу проверить. И, короче, ну, приводили статистику. Если на них ставить по штуке, вот, за 10 лет, которые прошли в этом сезоне, то одной команде там можно будет в плюсе 6-900, второй там что-то 7-300, а вот третий 8-800, короче, Уисбург. Все больше 3,5? Да. Там надо зайти, там не заходили, был поворот, ну, как, грубо говоря, подвальное помещение сразу в доме, в этом здании, с торца. Что, сегодня не играем, да? Сегодня там две командочки. Из них? Да. Карлсруэ и Бейсбург. Ну что, два. Можешь, давай, вот сейчас вот хороший. Ну вот Ипцекс не играет, и Дузбек не играет. Да. Ну вот это Грёт Артур и Дузбек. Я хочу взять экспресс 2,5 в том матче. Кто вообще играет? Италия сегодня? Три матча в России. Бублик. Знаешь, что в регламенте, в правилах есть, что за, ну, такие крики, короче, карточку даже показывают. Ну, должен показывать. Кидаем его просто в лоб. Даже желтый не должен это что-то. Прикинь, что будет в следующем туре. Два ворочка скликнуться. В центре. Норвич. Мелкий, блядь. А что мелкий-то? Ну, в плане возраста. Сколько ему, блядь? 15, что ли? 16? Ну, худенький, наверное, пацан, и чё? Я подкачался, как Костик. Да, Костик, конечно, подкачался, блядь. Дай боже. Дальше. Попал? Нет. Ладно, что, пора ставить. Что, у тебя целый агрегат какой-то? Или ты с телефона?
Вы меня бесите, когда, знаешь, я вот вроде хочу играть, а потом, блядь, придете, вот, выходные на уши сядете. Ну, Рус там придет, начнет рассказывать что-нибудь, на что можно поставить. Ты там что-то поддержишь, еще что-то. Ты не ставишь, что ли? Нет, что ли? Не, я так... У меня бесцельно не получается играть. Лайтов. А когда есть какая-нибудь там цель? Какая цель? Я говорю, в свое время... Понять? Да, ну именно на что-то, знаешь, там, снять и потом купить что-нибудь. У меня было так. Говорю, каким-то Новым годом с тобой полтора. Ты же ставил, у нас не просто. Ты каждый выходной ставишь. Тебе так кажется. Видишь, вот так чисто. Поддерживаешь разговор. Не, я просто смотрю, что есть, конечно. Я, ну, там что-то просто мальчик кто-то выбирается. Смотрю, на что можно было, Кэф еще что-то. Не, я как-то закинул, короче, что-то. Ой-ой-ой. О, я короче закинул рубль перед Новым годом. Не знаю, или три раза, что ли. Жалко, телефон хотел на рождения. Он один раз на Новый год. Он, короче, поднял. Выпись. Саня, где ты хочешь? Саня, скинь назад! Прикольно, знаешь, что статистика, как ты ставишь. Здесь приложение? Да нет, памяти на телефоне нет. И даже, блядь, MyScore само уничтожился, блядь. В смысле, как сам? Памяти нет, он не может уже просто. Удали. Знаю, как бачить все. Ну и просто там статистика. Что за ноги тут купили, да? На одну пьянку тебе. А? На одну пьянку тебе. Пьянка? Пьянка на одну, да. В принципе, можем перекусить, пойти на следующий матч. Я его снимать не буду. Да? Ну, я просто только с этим договорился. Ну, просто не все хотят снимать. Там пытается сэкономить. А зачем тебе вообще никакой фильм? Хорошо, поздно. А, ну вот смотри, короче, на Спартак 2.45. Победу Лохова 3.25. Надо вот так уже? Такая это там все говорит. Все эти типа промесы, широкого, профессионалы. Ну, короче, не смотри. Мне Лохова вообще не нравится. 4 рубля ты поставишь Спартак? Не, а он в прошлом туре на ЦСКА очень много поставил, они с Динамо играли. А потом во время матча смотрю, короче, комментаторы говорят, что Динамо не проигрывал Спартаку уже там три сезона. Да больше, там еще безумно статистика была. А ты чисто на ощущения ставишь по статистике? Да. Статистику я вот в этом МХЛ смотрю. Что это статистика? Ну, в МХЛ смотрю, там играют. Парни доигрываются моменты до конца. Что скажешь про матч Вильярреал-Сельта? Сейчас будет. Мне кажется, там будет какой-нибудь жестокий низ. Нет, ну низ понятно. Они сам обе, да, хорошо где-то идут? А? Пятерки, да? Вильярреал? Обе, да, в пятерке, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, Вильярреал на третьем, а Сельта на четвертом. Вильярреал 16, а Сельта 15. Вильярреал, по-моему, все низы, да? Все матчи они сыграли. Ну смотри, вообще. 1-0 проиграли, 1-0 выиграли, 1-0 выиграли, 1-0 выиграли. Ну вот с Атлетиком они 3-1 сыграли. А Сельта 0-0, 1-1, 4-1 Барс выиграли. Короче. Да, я как знаешь, там обе не забьют. Или голы там. 5. Можно взять
победу одной из команды с нулем. Моби не забил. Сейчас посмотрим, что там. Его долетаем с головы. Чершев играет? А? Чершев играет? Зря. Чершев, ну, я говорю, зря он играет. Я вообще не помню. Не, наверное, тренировка-то с Реалом, наверное, больше приобретает, чем вы. Что, взять тотал меньше полутора? Матчи? Да. Сколько? 3,75. 3,75? Да ладно. А меньше двух тогда за сколько? За два счета? Меньше 2,5. Не, за два. 2,75. Если будет 2, то будет возврат. Просто 2,75, а что там такое? Что они там ждут? Точно тот матч? Слушай, при игре я бы взял бы, наверное, прям так, знаешь, меньше 30. Точно? Не, или там что-то есть такое, что-то кто-то знает. Не, просто учитывая, как играет Вильяреал со своим 0-1, наверное. 4 за полтора. Странно. Ну вот что взять, победу Вильяреал или... Ты иногда так смотришь, да, на статистику? Ну, да, ну, объясните, ну... Ну, нет, понятное дело, да, то есть там 0-1, 1-0, да, и потом тебе такую линию дают какую-то. 4-1 на Барс. Да, и потом смотришь эту линию, и там вообще какая-то непонятная. Меньше 3 за полтора. Мне кажется, что это вообще подарок, кажется. Короче, я возьму... Тот два мяча. У меня в кармане. Третий. Что еще раз? Раздевалка, где она взять? Внизу, которая. Внизу, да? Да. Как туда пойти? Там через калитку, да. Че, решили что-нибудь с Новым годом? А? С Новым годом решили? Ну, не знаю, в Египет, наверное, поеду. Один? Нет, друзья. Ну, как бы, если все эти писюканы решатся, все вместе поедем. Мы, как бы, на самом деле, еще не обсуждали. Что стоит? Ну, я хочу поехать, ну, как бы, дня на 4, на 5. Потому что там, в принципе, ничего не было, ничего делать. В районе 30-ки. 30-35. Ну, больше туда, в принципе, денег-то не нужно. Ну, там мы... Из бара не вылезешь. Ну, ну, чё? Чё сюда? Как в футбол хочется поиграть вообще. Ты планируешь на следующий сезон? Вообще, да.
Я на этой неделе ездил, блядь, записался наконец к нему. Чего? Записался наконец, стал на очередь операцию. Вытаскивать эти. Мне сказали, что пока не знаю, спас телефон. Ну, короче, видишь, мне так неудачно, что меня же оперировали в этом, в ней скорой помощи. Она формата того, что сначала как бы типа на скорую приедет. Типа плановый. Ну да, а все остальное как бы свободное время какие-то на самом деле. Мне еще показать там список, на там 3 страницы, а 4. Поэтому это не последний. Так смотри, тебе вытащат вот эти болты или что-то на тебе. Ну, да. А потом тебе еще нужно как-то это зарабатывать, да? Ну, опять там гипс ходить или нет? Не-не-не, это все, там буквально я там 2-3 дня полежу и, в принципе, уже все. Мне же там ничего не как бы не связки, но это. Просто поздно. Ну, по сути, да. Видишь, у меня просто какая-то не. Ну, как у меня. Полтора года прошло. Ты что сделаешь? Попался я не знаю. Да. Ну еще, я думаю, если пойдем. Пойдем? Ну потом, что, туда приедем, там нормально приедем. Ну да, здесь такой это пастур, тут который. Какая-то, ну, беляши есть, что ли? А? Беляши есть какие-нибудь. Нет, вот этот микс есть. А, там возле этого? Ну вот, вот здесь рядом. Ну, видишь, так-то у меня все, блядь, нормально срослось. Ну, как бы долго, понятно, дело. У меня вот здесь, блядь, я не знаю, очень болит до сих пор. Блядь, я на работе частенько, блядь, на полу подскальзываюсь. Такая боль адская. Как у Руси, что ли? Ну, не знаю, что-то со связкой, конечно, мне не сделаться, но это никак из-за железа. Я уже делал всякие эти там, у нас и рентгены, и КТ, но на них ни черта не видно. То есть там либо, а там примерно в месте крепления, где-то вот верхнего, ну, там, не знаю, что-то винт, блядь, тиморез, что-то. И либо там что-то задели, либо он мешается как-то, кто знает. Мне такого, по сути, беспокоит. Колено? Ну, колено, связка буквально. Не, ну может тебе там это вытащит? И... Ну, возможно, да, может просто мешается. Это, конечно, когда мы ходили на этот, на субботу ездили, американский футбол. Там иногда когда смотришь, на это, ну, на всякий там заспит, ничего это. Начинает, короче, там прям нужно делать. Да ну. Там же говорят, что не особо было. Ну, все равно идет, это, знаешь, там тоже что-то хочется, тоже там потолкаться тоже. Да. Ну, после прошлой субботы мне больше, конечно, хочется американский вернуться, чем это. Я тоже не играл вообще в американский, потому что там просто потренировался и все. Ну, все равно. А форму продал? Не, ну мы ее в аренду же брали. Что она стоила? Хорошо. Ну, вообще, на прилично стоило. Ну, в аренду давали. Не вернулся спустя год, по-моему. А кем ты там хотел доигрываться? Ресивером. Тебе масса такая? Да ресивера? Хочу там. Мне кажется, там все такие с пузиками. Ну, нет, я в основном с пузиками в защите. А ресивер, подожди, который принимает и бегут по броку. Ну, возврате, который обычно тоже. На это. Вообще, без шансов. 61-м, 70-78. Не, там-то, кстати, если ничего, блядь, не сломал, не вывихнул. Ну, пока. Фишнешься, может, сломаешься.
А у нас в чемпионате города сейчас там столько команд? По-моему, 5. Ау, ёпта. В третий. Ты, короче, там, где ты заходил, там подвальчик есть. Сразу налево. Хочу еще съездить в мини-гольф поиграть. Ну, я тоже хочу. Мы же тогда с Русом ездили летом. Да, по-моему, обсуждали. Ну, Дрюк, не надо наступать на сиденье. Нужно собраться вместе. А, слышишь, Макс? Короче, ты в пятницу работаешь, слышишь? Ну, сейчас скажу. Синий понедельник выходной, вторник, среда рабочий, четверг, пятница, ну, четверг точно выходной, пятница либо до 9, либо выходной. Ну что? Ну, короче, ну, я не знаю, либо в пятницу, либо в субботу можно собраться поиграть в покер, с ребятами обсуждали. А, ну, у них компания есть, короче, у нас там тоже компания. Собраться там человек 10. Где? Турнирчик запилить. Ну, у подруги в центре хата есть на канале Бивайл. Ну, я не знаю, хата, не хата. Хорошая. Живет там. Вот, договорились, ну, типа, можно как-то объединиться, поиграть. Ну, я сейчас немного гляну, мне вроде есть расписание, сколько мы. Ну, на неделю мы все равно еще можем обсуждать. Ну, я просто так сразу, чтобы понять, да, да. Я просто либо в пятницу, либо в субботу. Ну, чтобы мог собраться. Посидеть, поиграть, отдыхать. Пойти в бар Слушай, ну по идее выходной. А суббот работает. Да, по-моему. Три выходных мне такого вообще ни разу не было. Вообще обдавается. Как у вас, пацаны? Ну вообще 2-2 у нас. Но у меня обычно больше всего. А зарплата за смену или по каким-то датам? Вычисление. Вообще часовая. Часовая? Ну, есть, ну, как бы оклад из расчета там определенное количество смен. Ну, у вас там как бы не за каждый день платят, а, ну, там, допустим, 15-го и 10-го зарплаты. Ну, 10-го, 25-го? Ну, да, 25-го. Профессионально. Не, официально тоже можно устроиться. Но обычно... Сколько сейчас там? 1400, да, по-моему. Ну, для нас там. Ну, сколько там отработал часов, Сергей Павлович? Ну, сам себе можешь график рисовать, да? Ну, или там, я сейчас уже, да, могу попросить там. Потому что у меня в воскресенье были свободы. Еще что-то попроситься тоже. Да, было, там не надо было кому-то попроситься тоже. Ну,
Здравствуй. Нету. Кэш от 4. Угу. Слышь, не попинцы. Какую зэму не знаешь? Тебе технику надо заводить? Куда? Если будем приезжать, я могу тебе закинуть. Не, мы не будем приезжать. Ты что спрашиваешь тогда? Не, ну просто мало ли тебе. Не, у меня рыбы. Не таскаться. Ну, в смысле, я не запухаю, не пропью же его где-нибудь. Кто тебя знает? Ты можешь. Ладно, слушай. По-любому. Что ты бухаешь, блядь, по-отлично на всех мастерят. Да. Ты вечно про меня рассказываешь. Я перестал пить. Перестал пить? Что случилось? Машина? То есть машина была как выход из ситуации, да, Стэн? Выход из ситуации. Пускай меня каким-то алкоголем. Да, чё? Как выходные, там, да, у меня какая-то днюха, свадьба, я там забухал, ещё что-то. Сейчас надо давно так. С пятницы не считать. Какие-то, блядь, гвозди летают тут. Я открою! Я спросил, он сказал. А если бы серый бы тогда бы забил, да? Было бы 2-1. Ну, все бы по-другому могло повернуться. Да, практически все. Ну, они просто немножко по-другому стали подходить к этому. Нет, а те твои не планировал ехать? Ну, они сейчас, короче, пифл рассматривают качество подготовки там. Чиката города. Ну, вообще просто какой-то игровой турнир. У них же есть филы, что ли? Да. По сути, так. Дополнительные тренировки, потому что так. Ну, игроков просматривают. Потом чемпионат города. Те, кто там выделяется, так, наверное, все-таки в этом. В свою финскую команду. А самолет-то где-то? Ой, спасибо. Так, конечно, финны. У нас две дистанции. Типа мы круче. Или, знаешь, показывать как-нибудь эти американские сериалы. Там вещи там есть. Дагестанцы, еще что-нибудь. Стой, стой, стой! Сам, сам.